Ну, тут комнатка неплохая, может, две штучки. Ну, главное, порядочное оружие сразу найти. И от мага, блядь, не сдохнуть, хотя мы все милишники еще, заебись. Бездарный, блядь. Блять, пизда рулю, согласен. Пизда, блять, из два. Да блять! Да ёбаный рот! Ай, блять, типчик нахуй. Блять, я лучше собирал, я его выжил. Ай, блять. Ладно, ты трес наконец-то так выглядит. Да, заебись. Рапиру так возьми. То у тебя, ебать, у тебя шмотки порядочные, мэн, блять. Да? Да? Да, да, у меня порядочно. Где-то резалка есть, да, вроде? Где-то есть, где-то есть. Лампу уже не буду, блядь, твою забирать. Рапиру, рапиру, главное, возьму. Рапиру, бошку, пиндантик, рапыра. Блядь, это я позор. Согласен, согласен. Я на ящике стоял, и он меня откинул на ловушку, блядь. Ох, ебать, там хуя взрывает. Ебать, ты фиолетовую эту драгоценность нашел. Да. Крутую. Ты умер, что ли, что ли? Да, да. Пиздец, ну ебаный, вроде, я не успел даже вас найти, да. А ты, блядь, в одном этом? Да. Да не вот, да кого он разве наебывает, блядь? Сейчас увидишь. Радос, давай бей кого-то. Нет, пока нет людей. Ты что с Радосом стало, блядь? Играть не зовет, блядь, стрим снайпит, ебаный в рот, блядь. Мне кажется, Мишаня вот в следующей комнате, там рез, не? Я не знаю, вот которая круглая, да? А, так вот треснулка вот здесь Андея, ебаный в рот. Да? Блять, в той комнате, где мы были, где он сдох нахуй. А, пиздец, а я что-то, блять, пробежал на похуй. Актёр ебаный. А нахуй мы тебя разлутывали тогда, блять? Я не знаю. Ну я не разлутывал. Бля. Это жестко, парни. Сейчас. На, Сеня, вот Сержик взял, тут скину тебе. Чтоб сразу залечился быстренько. Подумал о братишке. У медицины тут твоей целая куча. Ну, я у тебя, кстати, немного медицины спижу. Бери, так, бери. Чисто, чтоб было. Ну и вот эту хуйню, как, так сказать, как комиссию. Взяли фиолетовую? Да. Ну я сейчас все равно сидеть нахуй придется 10 лет, блядь. Блядь. Посидим. Давай посидим, поговорим. Ой, вообще в аккурат, блядь. В аккуратик. А, у нас рейнджеров нет, ладно. Крутого не интересует, думаю, тогда никого. Бля, тут хилка была, ебаный в рот, прям в соседней комнате тоже. Это арбалетчик заходит с Эдей? Арбалетчик скелет, надеюсь? Ну да, да. Блять, а тут... Да. А тут подстава. Тут комната пиздец конченая. Блять, двойное яблочко нахуй летает, конченое. Арбалетчик наверху идет аккуратнее. Не знаю, на кого загрится. Хотя на меня, скорее всего. Не на меня. Блять, упала на кровать. Убил его, нормально. Ну чел с копьем, блять, чё нахуй? Бля, я бы копье сейчас с удовольствием взял. Ну со скелета заберешь, блядь. Да, там его и не будет, скорее всего. Бля, не убивай, пизда, с топором страшно. С топором страшно, да. Его под правое надо плечо. Да, надо прочувствовать меня... пока. А, что. Это синий, блядь, я что-то испугался, нахуй. Как он за вориора? Fighter, yes. Так, я, ребята, выпью тотемчик этот. Пей. Я выпил его уже. Блять, ебать ты фрукт, блять. Лучше бы ты хилками как раз таки отпился. Мне ты хп больше гораздо надо.
Ну, сори, блядь, ты был фловый, я был не фловый. Опять посидим, подумаем. Сижу. Хуйня, блядь. Кто кого режет? Не знаю, это вас. Нет, у меня тоже тишина. Ебать, это режь, у меня... Режь. Да, есть. На ловушках хуярится какой-то. У меня звук как залагал или чё? У меня просто как будто в ухе, блядь, резали прям нахуй. Чё за хуйня, блядь? А, или это походу саундом воспроизводят, блять. Фанборд? Ну, в игре, или это в TeamSpeak реально зашел кто-то и нажал, блять. В TeamSpeak не было никого. Не было? Так я хуй знает. Возможно, VoIP все-таки надо вырубить, блять, будет. Интересно, сюда хуя уебка. Я пошел попал его на выстрел. А, ебать, это мем походу был, пиздец, да че за хуйня, нахуя такой мем делать, блять. Да это 1006 хилка. Киря, бердыш есть на Барбариана, интересует? Я не слышу, очень громкая игра. Блядь, потише. Чуть сделаю игру попозже. Бердыш, говорю, интересует? Хуйня. Ладно. Сука, стреляет. Блядь, там лучника надо убить. Мишань, со щитом сможешь его? Ну, я могу попробовать, конечно. Просто дверь закрыта, хуй зайдешь. Через дверь его раз не ёбнуть? Ай, блядь! Там хилка для СНД есть, если блядь, ебал дал мне нахуй. Да я ебал в рот! Все, убил его нахуй, наконец-то, блядь. Блядь, я в ебало стою. Отойди, да я все убил. Иди хилься. Пока есть время. Сапоги здесь есть рядом. Угу. Хэви бутсы тут тоже есть. Ох, ебать, синий. Блять, ну вы толстые, не обойти вас, конечно. Стали посреди дороги еще так. Big fat ass boy. Так, смотрю про прыжку, но пока никого не вижу. Тут вертолет летает. Вертолета хочу убить. Заебись. Ой, блядь. Убить. Сейчас, я думал, не ты его в ту быстрее расколбасишь. Я тоже думаю. Там я хилку вязал, не можем вернуться в ту комнату? Хуй знает, возможно. Но это не точно. Вернись. А тут красная появилась. А, ладно, забей. Она, думаешь, появилась Фили уже? Не, я же не смогу. Нет, забей. Завези, уже не сможешь. Уже, увы. Ну только если вот в этих комнатках, но я не помню, с какой она стороны. У меня люди. Иду. Ладно, я завязал скилл на хилку, нормально. Лучники ебаные. Возможно, это наши мальчики. Но это не точно. Лучники, помощь нужна? Давай, идем, броу. Лучнику хуёво, надо бить. Файтеру тоже два раза по башке дал. Все? Убили? Файтер все, лучник не все. Лучник не все. Бля, но он убегает, и я бы его полутал, вот этого типчика. Полутай типчика. Не, лучник все, он... мы его не догоним. У нас как будто еще ходит. Да, у нас ходит здесь слева. Нормалек. Да нет, совсем. Это маг, пизда. Блять, и медицины никакой! Он меня, блять, за... уничтожил просто! Ой. А, понял. Не успел выстрелить пушин на визах. Ебать, понял, нахуй. Ну это этот ебаный, варлок, блять.
со своим усилением силы, блядь, на 15. Такая хуета, блядь. Значит, не отпустит, все нормально. Увы, не догонит, правда. Да еще там нахуй идет, блядь. Так это он вправо есть. Ебать, и выйдет. Куда? Не выйдешь здесь. Да похуй. Главное им не отдаться нахуй. Да у тебя ж нихуя нету, блядь. Так ты, ты а, ну, пендант, максимум. Право красный. Успеешь? Да нет, конечно. Блять, я же такой мелочевки налутал. Такой старт был бы хороший, блядь. У меня тоже хила нет, ничего. Он синий спереди. Давай, 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 давай. А, ну, все. Там зомби, зомби. Увы. Двойное яблочко, раскурись, братишка. Бля, ну была бы у тебя хотя бы одна хилка, выжил бы. Не, у нас хуёвый сетап, нам рейндж очень нужен, нас лучники просто скелеты ебут. Тут скорее не то, что скелеты, но тут просто вышел варлок, ну который снес кабину и все. Если ты думаешь, что дело в лучнике, я возьму лучника, мне не сложно. Я думаю, дело не в этом было, ну ладно. Не, ну битлучник нам очень тяжело будет. А почему? Ну потому что тому. Понятно. Без рейнджа практически невозможно что-то сделать в таких моментах. И кажется. Без лута сидишь. Я знаю. Ну так вайб был типа вчера. Или позавчера. Я и не играл еще. У тебя лук тут нормальный, Сеня, порядочный? Или... Не-не, хуйня. Я сдох тут вчера с двумя синими луками. Увы, потому что в портал зашел не я, а кто-то другой. Лучше ставишь. Блять, да. Это правда. Блять, какой-то урон. Куда, блять? Да быстро. Филинг Экс есть. Нужен Сандей? Бомжарский, но хотя бы какой-то. И ты в муте, чудище. Блять, я в муте, ёбаный рот. Говорю, нужен. Любой нужен. Вообще. Ну любой, все. Я тебе такое принесу.
подожди, Кири. А что сундуки не ломаешь? Я сейчас уже будет. Дойду коробки ломать. Или коробки охуенные. Есть, если надо. Рога у меня. Враг? Да. А, так ты убил его, лол. Хорош. Там еще зомби заходит. А, спасибо, Солдани, большое за 10-й месяц. Спасибо тебе, старина, за подписочку. Благодарю тебя. Спасибо огромное. Привет, Ржан. Да, у меня Switch есть. Задумал, что насчет его покупки возник вопрос, какую версию Switch'а брать, OLED или Lite? Бери OLED, не ошибешься. Мне кажется, Fighter и Ranger. Бери OLED, не ошибешься, если, ну, типа, будешь использовать его в портативке, то... И рога норм. Неплохо. Если одному. Тебе стрелы нужны, Сеня? Не-не, мне дохуя. Угу. Скорее решает пати, типа вот клерк, клерик, рейнджер и, наверное, файтер, это пиздец, помню. А перчатки на агилити интересуют? Да. Да, да, конечно. Здорово, стакан. Вон люди еще спереди, ребят. Ага. Блядь, красный топорист у меня, ребята. Красный топорист, иду. Еще и головешка, блядь. Ой, навагрил, ёбаный в рот! Да я сейчас сам нахуй сдохну, блядь, тут. А ты, по-моему, Мишаня, не принц? Нет, ты чё, у меня урона столько нет, блядь. Не, бля, против топориста я пока не понимаю, как играть. От них даже просто убегаешь по прямой и быстрее тебя. Еще одна головёшка. Да, я понимаю. Заебись, блядь. Ну, Киря, бля, хорош, конечно. Затанчил типов, блядь. Может, мне интересно? Да я хуй его знает. Где его труп вообще? А, ну вот там, спереди, вон он, вон, лежит на лестнице. Где-то же вот в такой тоже катакомбе можно резнуть. Гамбизончик какой, сандейчик порядочный. Чем? Гамбизончик порядочный, говорю, у тебя. Забирай. Да, филинкаксы твои заберу две штуки. А. Я забрал. А, забрал, все, окей. Перчатки надо, Сеня? На да, ловкость. Нет. Тут давай. Скину. И головешка, если нету. На всякий. Под нами, по идее, резко должна быть, блядь. Под нами должна быть, да. Блядь, тут топорист нахуй. Да ебать я в жопу. Это вообще пиздец просто. Ебать, ну хоть этот заблочил. Хоть этот заблочил, факты. Под нами как будто бы. Здорово, предейтер. Не, армор кора сегодня не было. Хорошему плотно посидеть, наверное, надо будет. Ну, мы дать перерез, если мы хотим. Ну да, ну. Ну да. Давай, подай вниз, пох. Давай. Вот тут можно лезть. Угу. Блять. Возишь там нормально? Да, да. Сидим чилим, да бля, бинты жалко сливать, нам еще сандеи хилить надо. Давно топает.
Там в раф положил, блядь, народу порядочно. Нарезу? Давай, давай. Сандей вообще не тут, если что. А, да? Сандей курить ушел? Заебись. Заебись. Прошу, здесь ловушки на стенах. Угу, это я помню. Кэмпфайр для Сандея есть, ну, наверное, да. Ну, кстати, скинул тебе Кири этот. Ставишь кэмпфайр? Да, да. О, я тут сразу. Здесь сяду. Есть моё. У меня. Всё, блядь. Сядь. Скилл. Чего? Скилл резнул, охуенно. А это не лоховской был кэмпфайр, да? Не, лоховской, просто если заранее садишься, он резает. Вообще охуенно. Хуйни какой-то наскидывал. Где мой трик там? Далеко. Далеко, да? Не, ну в смысле, я взял, ну я армор сейчас пиздил. И это? Беру штаны, ну ладно, потом голым бегает. На, Мишаня, кстати, тебе шлемик. Давай. True physical damage, это принимаем такое. Ну я, наверное, предлагаю по вот этой хуйне пройти здесь. А, это рога лежит, которого ты убил, я так понимаю. Нам же в зону надо, там как раз в раз двоих убил. Посмотрим. Порталы тут появились. Да, вот передо мной выходят типы. На тебя или от тебя? Не, ну вот тут недалеко от меня ушли. А тут рога! А, ага. Тут ловушку поставили, ловушку обезрежили. Я ловушку ставил, не стой, не стой. А, это понял, это твоя я посмотрю. Вот сзади нас идут, сзади типы идут. Бля, я их могу обойти, парни, со спины. Да хуй ты их обойдешь. Не обойду? А, мне ваншот ебать прилетел. А, понял, блядь. А, мне тоже. Там два лучника и этот, и клерик. Угу. Бля, из-за того, что я присел, мне ебало прилетело, какой бред. Блядь, а я думал, тут телепорт есть. Не, беги обратно, я сейчас все пришел. Если мне их ловить. Ну что, Сэндэй, как тебе мой арчер? Помогло? Вот справа. Ну тут больше про ПВЕ составляющую, я имею в виду. ПВЕ составляющая арчер пиздец помогает, конечно. Повезло, повезло. Но вас, я так понимаю, не лохи убили, да? Пацаны, пиздец там вас убил, хуйман вообще. На приколе, блять, если выражаться. Там типа нормальные нас убили. Mm-hmm. Здорово, мистер Намберт, привет. Заряженные, блядь. Это, сука, первый день вайпа, блядь. Ой, ну не первый, там, один спустя. И уже такие, блядь, черти. Ну, это побольше всяких бочек разбивай, порталов открывай, чтобы тебе левел давал. Потому что без левела здесь, ну, это половина составляющей. Mm-hmm. На самом-то деле. Хилки апнули, кстати, до 12 хп. Найс.
Так, ну я рей... А, вы уже рейди, блин. Мы да. Ну, по полтосу в голову хотя бы что-то, блин. То, я не знаю, Викинг Сворд вообще какая-то, блядь, хуйня. Я тоже думаю, на барде попробовать. А еще нет. Думаю, а, опять вылетел. Есть чуйка такая. Не-не-не, вот, а, не вот теперь загрузились. Ебать. Мы в центре прям появились. Че, пробуем зачистить сразу? Давай. Хотя как мы без рога зачистили? В смысле? Ну давай, агрим раз. Давай, давай. Вот я его смахиваю. Кире, Кире, на тебе агрим раз. Не больно. Да, что-то все не было, убили, убили. Лучше, так лучше. Это очень медленно, почему-то дебаф какой-то или что? Да, раз. Блять, там арбалетчик нахуй сраный. Очень страшный. Рухилка есть в этой комнате? В этой нету. Это нет. Это нет. Чё, во врасе было что-нибудь? Синяя хуйня какая-то на барда. Синяя хуйня на барда. Охуенно, блять. Ладно, буду мазаться бинтами. Да? Кроссбоу тоже. И штанишки лучше дефолтных. Ну, блять, ну осталось... Болты, если найдете, пацаны, то я с удовольствием приму. Эй, мать. О, блять, хорошо. Ай-яй, долбоёб, сука, нахуй я вышел. У скелета арбалетчика нет болтов, не всегда спавнится в них. Сейчас посмотрю. Ну да. Закрытый сундук. Да, локпика надо. Чемпиона бы хлопнуть по-хорошему тоже. Чё там, Киря, завязался? Сижу. Угу. Где-то вот, вот тут же должна быть лестница, вроде бы. Ну да, этой за лестницы тобой хватит. Сагрос, Миша, не уходи! Понял, понял, понял. Все нормально, броу. Ой, блядь. Нормально, нормально. Да, блядь! Там идут. Приятности к нам идут. Залезай, скил, короче. Вот ты, кстати, люто с ним придумал вот так этого колбасить. Хорош. Болты нашел, если чем. Болты? Это охуенно, фальшивончик. Фальшивончик. Давай болты. Даю. Мега хорош. Охуенно. Вот люди на Норсе были. Угу. Солить надо. Блин, ну, сука, лука я ебал. У меня ящика. О, Сеня, нашел тебе лук. Батл Акс или Батл Акс.
Так, смотри, лук заебатый, мне кажется. Вот такой. Да, пиздатый, охуенный. Это охуенный лук. Это вообще разъебный лук. Так, плюс 2 weapon damage. Mm-hmm. Вышли третий пак нам с бардом, с клериком, со всей хуйней. Да, вижу. Блять, там Барбариан орёт. Страшный пиздец. Барбариан на меня летит. Да, надо съебаться вообще по хорошему. Нам надо закручивать их в бок и убивать по отдельности. Сандэй, не молчи, пожалуйста. Три дал, мы не Шаня, три дал. Он меня шотнул. Меня шотнул Барбариан. Но у меня не пул КП. Что я сделаю с этим? Очень больно файтеру должно быть, но и мне пиздец как больно. Он второе дыхание был. Не мешает, это все бой забить. Да. Пиздец, блядь. Это удара щит типа чуть выше и чуть лево надо. Спасибо, Везен, за переподписочку. Спасибо за 19 стрина. Благодарю. Даркендаркер, да, Лёха, платный теперь. 35 бачей, блядь, стоит. Пусть будет, потому что у них бард. Блядь. Сеня сейвит лук как может, правильно делает, это очень хороший лук. Это прям пипец какой хороший лук. То есть это, грубо говоря, лук на 42 урона, нахуй. А чё у меня дублируются статы? Когда танк, после Даркендаркера. Я не знаю, я типа очень много дал Вориору, ты тоже мишеня дал, ему все равно не хватило. Да, ну он скилл заюзал, он ему фул, ну не фул хп, но там 60% может реснуть. Да. Ну и тебе главное сейчас свалить просто, чтобы лук засейвировать, да и все. Да, лук пизда. Я прямо сейчас выходил нахуй, да и все. Так и сделаем. Хочу посмотреть, что этот за буфело был. Че он там так Сандея, блять, разрубил нахуй в труху. Вон они. Не, ну сколько у меня там было хп? 90, наверное. Он мне в голову дал и все. На самом деле зеленый, такой типа да, среднячок. Обычный типа. На самом деле, да, ничего. Бля, такого. Я из игры выжил, сейчас не зайду. Давай. Почему разница у дамага оружия, скажем, между 37 и 41 считается таким большим? Это всего 4 урона. А умножай на урон в голову. И типа уже лучше становится. Понимаешь, у тебя бой может быть сделан, ну, типа, убийство чела может быть за 3 удара, а может быть за 4 удара. Это очень большая разница. То есть это может быть то, чего тебе не хватит, чтобы убить, например, за 3 удара. И ты начинаешь делать 4, а там уже время боя увеличивается, и ты можешь сдохнуть и так далее. Чисто стрелы. Хорош, блядь. Стрелы купить, блядь. Это мощно. Это стрелы даже дороже получается. Ой, 10 левел, зато могу, блядь, в гильдию лохов купить. Ну так потому что морской в понедельник был этот. В понедельник был вайп, а с понедельника я не играл. Я вот первый раз сегодня зашел. Хуль ты хочешь, так сказать.
Че, вчера не стримил? Чилил? Ладно, пойду клериком продавать. Чилил вчера. Остальные, походу, не вылазят из игры. Ну, что-то у ребят больше энтузиазма, чем у меня. Но я и на бетке наиграл, блядь, мне кажется, больше. Не скликнула и вопросики ставит. Типа, я не вылазил из игры, когда была бетка. Пацаны, не вылазят из игры, когда, ну, уже сейчас, типа, ее можно купить. Ну, я ready, но Сандей что-то там делает. Сандай тоже рейди. Го. Интересно, сколько стоят зеленые штаны на плюс 3 атрибута, блядь? Мне кажется, нормально стоить должны. Плюс 3 атрибута это... Ну, в смысле, плюс 3 all attributes? Охуеть, блядь. Как понять, какая шмотка сколько стоит примерно? Ну, синенькая обычно 50, если какая-то неактуальная, если на ней нет каких-то статов, пизда. Пусть также в плюс-минус 22, зеленые, да, да, везен. И всякие фальшионы тоже по 50 продавать. Я еще парочку сыграю и пойду в танки закрывать, типа, по там танкам момент. Атрибут, и потом быстрее реквесты, да. Хорош, Сэнда, ебать, давай еще. Блять, как меня заебал этот моб, нахуй, это просто пиздец. Какой? Товарист, блять. Это гнида. Это просто тварь, нахуй. Я хилку наверху юзаю. Давай. Я стреляю в пол, конечно, чтобы стрелы были, сюда и подходит. Ногу свою ставит. Чисто по приколу. Да это ластецкая, скорее всего, мужик. Окей. И потом приду, но... Не секири, я в танке уже поиграю, все нормально. Ну ты заебал. Не иди меня в танке, блин. Пойду. Там Джокер меня ждал тоже, блин, сколько этих, два дня. Хотел поделать пробитие. Не хочу даже идти туда, блядь. Блядским топором. За хуйня. Спасибо, спасибо, спасибо. Прощайся. Я на самом деле хуй знает, как она в тебя выпала, я целился. Ну, я тоже не понял. Пиздец, блядь. У меня типы тут. Прям или нет? Не-не, я пока послышался. Я думал, это твои, оказывается, ботинки, а, короче. Ну да, да, я бронированный. Я вот пока посижу, поотдыхаю. Сука, Веницкая, блядь, мимик ебаный. Давай, ты же его с двух ударов должен раскладывать. Да какой, у меня же самый парашный топор в игре вообще, блядь. А ты не покупаешь, типа, самые там лоховские серые пушки? Типов. Вообще, у меня денег нет. Даже на нет. Это уже. У меня я без хилок даже в этой катке сейчас. Ну, я вот напродавал всякое говно, купил одну баночку красную, чтобы хотя бы что-то было. Да, у меня тип. Тип, да? Иду. Двое лучника и рога. Два лучника и рога? Лучник и рога. А. Пока что. Может кто-то еще еще не видел. Они спереди там, да? На библиотеке. Ай, рога! Дефаю, дефаю, дефаю. Да нахуй, Сандей, въебал, да, блядь. Да, три стрелы уже, блядь, за сегодня. Нормально, стрик, главное.
У меня хп так, нет. Так, я этого вырубил, выкосил. Так, не иди лукаря. На него, не боится. Только не подойди перед постелью, я тебя моряю. Хорош. На, на, сэндайте топор, кормить. Хорош, мужики. Но это, мне кажется, фул малютки же были, да? Ну, а, ну, да, ну да. Нормально. Лут есть, блядь. Какой-то. Взял топор, Сандеси? Нет, я не нашел. Топор, опа. Маленький топор зеленый тебе просит. Да взял, взял, взял. Он ебет в ПВП жестко. Если чё. Мне не нравится. Ты просто подбегаешь, ты чекуешь его очень быстро. У нас. У нас вот тут ставит ловушку за вот этой дверью. Хуила ебаная, блять. Могу открыть сеня, дашь залпом. У меня КД. О, поставил. Дал ебало им. Хорош, открываю. Блять, там аптечка у вас есть или че? Обезрядил ловушку. Так понял, короче. Мне шрайн нужен, короче. Ну и где они нахуй? Ебались. Да, что-то прям реально чел вообще прям убежали. Не знаю, всегда где тут есть такая хуйня. Так, у меня есть локпик, я попробую открыть сундук. Дважды, наверное, не, один раз. Идешь. Ты чё, блядь, сучара, а? Блядь, как в ебальник нахуй дал бы сейчас с кулака, блядь. Блядь, вот это вот, сука, что с тобой, что с девасом? Вообще, блядь, ноль желания в пати из-за этого играть, блядь. Ты чё, спиздил сундука? Да, блядь, постоянно ты нахуй чё-то лутаешь, а у него из-за скорости лутинга, блядь, в каждый, сука, сундук, блядь, нос свой сует. Сучара, блядь. Поставь капкан на хилку, МБ. Чё ты думаешь? Поставь. Не забудь. Эти ж не ломаются. Откуда их, блядь, столько, ёбаный ваш рот? А ты что хп проебал? Ты умрёшь нахуй. Смотри, чтобы я в тебя не попал так. Сука, у меня топоры две стрелы впитали. Сколько им надо, блядь? Три стрелы, блядь, впитали топоры, я ебал. Тебе дать хилки, Кири? Да, толк. Они мне особо помогут. Все, ладно, не даю. На стринжу есть этот, мужики, пандан. Кому? Держись. Давай, Кирюхе. Вот-вот-вот, Сэндэй, занят. Чтоб шанса сейчас больше было, чтоб он там... А чё ты Сэндэй просто не ломаешь топором на это? А шо, не топора? Маленький нельзя? Нет, не ломается только большим. Баклер. У вас нет кэмпфайра случайно? Не, у меня мэн. Идут? Нет, внизу ходят, это жуки. Ну вот, вот тут, Киря, внизу есть хилка, но тут арбалетчик, блядь, это надо сеней с ним разобраться. Люди, люди в этой стране. Пизда. Он там один. Нет, их там два. Двое? Да. Скри на крысу, на крысу. Я убил одного. Хорош. Ваша арбалетчика, два арбалетчика.
Пиздец, арбалетчик мне въебало, зарядил, меня текстурка спасла, Шрайна. Но этот убежал наверх. Он брат так с разворота дал, сука. Лутай, дружочка. Дружочек был маленький. Пахом, сука. Две стрелы в лучнике. Туплет хотя бы напялить. Ну, хоть Киря выхилился, нормально, чё. Я его даже не в голову, кстати, убил. Да у него там, видимо, оставалось вообще на шот. Давай, Синя, в кругу защищай этих, не? А, да, иду. Дверь закрыл, просто здесь. Наверху ломают у нас эти... хуёвины. А варвар умеет парировать лонгсвордом? Нет. Варвар вообще лонгсворд не умеет носить. А, этот свай, да? Да, этот свай. Ой, наверху идет два арбалетчика, блять. Уроды, блять. Качественно. Сука, блять, чтоб у тебя нахуй в животе шум и гам был. Заебал ты меня уже, блять. Пиздец, этот скелет, это с топором, это просто ужас, нахуй. У нас чел наверху ходит, на 195. Воин. Блять, там еще лучник, арбалетчик, блять. Как у меня все дергает нахуй. Давай, Киря, сноси ему кабину. Ебаная стена, блядь. Я убиваю сзади скелета, все нормально. Ну нет, там, блядь, с топором он не ломается. Да открывай просто. Суки, уходят, уходят, этот, суки. А этот не уйдет. Или уйдет? Уйдет, уйдет. Ушел, гнида. Да, ну красный надо, походу. Зачем? Вот тут три синих у меня. Окей. Открыл один, и вот на тот надо перепрыгнуть будет. Я бегу. Давай. Бери вот этот сандейчик. Повезло. Я еще не понял. Нормально, я хуйню какую-то налутал. Я даже денег неплохо налутал, на удивление. Здорово, ковер. Ладно, мужик, я пойду на часика 3 отойду, потом вернусь. Давай. Ну, давай. Давай. Бэм-бэм. А я, наверное, тоже сегодня сейчас ластовую сыграю, и у меня в танчике надо идти доигрывать. Окей. Угу. Здорово, Шуля. Ну, я надеюсь, пока электричества не было, ты тренировался. Я спать, и он его собирал. Нам надо ливнуть. Сейчас ливнем. Да, без тебя какой-то ник был. Изготовер Фауни. Ну, чё-то, блядь, собрал даже. Так, как выходить. Бля, как он... графу... Уни. Уни. Скажу. Сука, блядь, дед. Плохой лонгсворд.
Я рэди. Да, я тоже рэди. Так, сейчас я посмотрю у этого чела еще. Вудсмана. Возьму арбалет. Все, полетели. Лонгсворд за 100 голды, ну да. Это типа головой скелетиста. О, так это, блядь, самый опасный противник на самом деле, если у него хороший этот. Да. Зря лонгсворд не взял, а за какие шиши-то, блядь? Да и мне, честно, с лонгсвордом не особо нравится играть. Ладно. Вот копье, вот это оружие. Блять, опять же это дебильное место. Блять. Убивай его, Сеня, быстрее, пожалуйста, Сеня! Да, блядь, нормально. Тебя не уебал. Ай, блять, спасибо, нахуй. Здорово, Катюха. Здорово. Как дела? Хорошо, отлично, вроде бы, спасибо. А сука ебаная. Мишаня, пусть. Чем? Да, еще я поняла. Да, ну это я знаю. Это я помню про нее. Вот на самом деле брать кирку здесь появляться, просто собирать и съебываться сразу же. Первый синий. Ну так он его очень долго добывает, но так, да? Ну да. Ну только это надо делать на каком-то ловком там челе или с ресурсным большим. Ну, лучника самая большая, быстрее всего добывает. Угу. Типа руды этой тут довольно много. Если два склада из банды встретятся, будут ли они меситься? Конечно, нахуй. Иначе. Что за послабление, блядь? Суки. Это шахты квесты сделали. Я так и понял. Ой, блядь. Ой, пизда. Ты вон не живешь? Ну да, ну тут приколисты чисто. Как Хантера, блять, подловил. А ты уже в другую комнату ушел? Я наверх уже. Угу. Ебался. Тоже ебальник здесь нихуево потерял. Бля, хилка там не успеет резнуться. А я ебал. Конечно. Согласен. Сундучки вообще не оправдывают, блять, потерянное ебало тут. Только на этом успеет лестница. У меня топают люди. Угу. Ну, я бы хотел прийти, конечно, на помощь, там, заебашиться с ними, но не в том положении немножечко. Они тебя увидели уже? И не, если я бы. Хорошо. А они прям сюда идут? Ну, хуй знаешь, они где-то с той стороны.
Блять, походу надо хиляться или с той стороны выбегать быстренько. Побежали с той, наверное, хз или... А можем здесь пройти, мне кажется. Ну давай тут попробуем пройти. Да блядская ловушка, нахуй. Бля, охуенно, что у тебя классовые хилки есть вот эти. Прям роляют нормально так. Тут закрыто и залутано. Ну, там через дырку надо пробиваться, через вот эту, наверное. Да, наверное, да. Тут уже не лута нам. Здорово, Руламыч. Люди. Люди, понял. Пока ставлю. Голый варьер вроде. Пускай заходит, ждем его. Ну да, тут вот это такого, как такого нет. Не, вот с зельем фортунки нормально еще что-то можно типа доставать, но так. Ерунда, конечно, ерундовская. А, ловушку нашел запасную тебе. Давай. Скинул. А, блять, сейчас. А, скинул. Передо мной люди. Вот это клерик там был. Ну, клерик Малюткин вроде бы. Это не... Ну да. Но они здесь могут выйти. Они не могут. Блять. Не могут, могут. Он съебал вроде. Да, yeah, Magical Healing на плюс 3, это же чисто на этого, на Варлока. Это с банок? Это же с банок? Банок? Не, ну вот Magical Healing, мне кажется, это и на скилл Варлока должно работать. МБ. Так что, походу, нихуевая темка. Да, я что-то про арбалет вообще забыл, если честно, что я его покупал даже. О, наверху. Да, вот как надо попасть. Вот тут нам надо пройти вперед. И вот тут подъем наверх. Тут зомбаки, да. О, уже идут сюда. Он просто сейчас спину прыгнут, наебало, будет не очень. Могут, вполне себе. Я на угол ставлю ловушку решаю. Ага. Через угол не иди. Хорошо. Да этот пауков пиздец насралось. А, тут файтер такой, типа, универсал. С луком стреляет, потому что... Да ебать, паук! Сегодня сзади паук, убил его. Да-да. Сейчас, короче, кину эту хуйню, чтобы сломать эту залупу, блядь. Все, сломал ее нахуй.
А там уже вот тут близко. Дал ебало. А ебало ему дал, хорош. Дал еще ему. Я сзади рога режет, не пиздан. А? Понял? Да. Блять. Вот и все, блять. А, вот и все, блять. Пиздец, типы такие приколисты, нахуй, я в шоке, блять, вообще. А, ну. А, ну. Да, ладно. Ну, у них там похуйня. А, не, не похуйня. Ну, там бомжи. Бля, были. Ну как я вот этого чела не забил? Ну, а ну, бисера пол, этого. Пол хп, блять, а. Это пиздец. Не, не, это не лох, блять. У него 43 агилити, мужик, блять, ты чё? Пиздец, бля, ёбнутый нахуй дурак какой-то. У него предметы все просто практически на агилити или его атрибуции, блять. Охуеть, блять, ну и кошмар. Просто пиздец, блять. Страшно против такого попадаться на самом деле, роги.